трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума одобрила во втором ключевом чтении поправки в закон об ОСАГО, которые устанавливают приоритет ремонта автомобиля над денежной выплатой. Новый порядок будет распространяться только на легковые машины, принадлежащие физлицам. Восстановлением авто займется сервис, заключивший договор со страховой компанией и находящийся неподалеку от места жительства потерпевшего. Срок направления на ремонт не более 20 дней, продолжительность ремонта не более месяца. Денежная компенсация будет возможна в случае тяжелых жизненных обстоятельств, например, гибели автовладельца. Трасса 101. Еще о страховании. Российский союз автостраховщиков предложил исключить из ОСАГО незначительные аварии. Сумма ущерба пострадавшей стороне до 10-15 тысяч рублей. Эти деньги виновник должен будет выплатить из своего кармана. Если не хватит, то тут подключится страховая компания. Иначе, говорят в РСА, придется снова поднимать тарифы автогражданки. Трасса 101. Несколько общественных организаций высказались за ужесточение наказания для водителей, которые нарушают ПДД постоянно. Предложение такое. Если в течение года автомобилист совершил на дороге 30 проступков, то за каждый последующий его нужно дополнительно штрафовать на 5000 рублей. Штраф в 30 тысяч плюс принудительный визит к психиатру должен быть обеспечен тем, кто в течение упомянутого срока проигнорировал правила 100 и более раз. Агентство «Автостат» снова подсчитало общее количество автомобилей в нашей стране – 49 миллионов 700 тысяч. 84% – это легковушки, 8% – легкий коммерческий транспорт. На грузовики приходится 7,5%, на автобусы – около 1%. 10 лет назад, по данным агентства, в России насчитывалось 28 миллионов авто. Рост таким образом составил 56%. Трасса 101. Toyota начала продавать в России новое поколение гибрида Prius. Минимальная стоимость автомобиля, оснащенного 98-сильным бензиновым двигателем объемом 1,8 и электромотором мощностью 72 лошадиные силы, составляет 2 миллиона 112 тысяч рублей. Максимальная комплектация подразумевает наличие мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным экраном, двух дисплеев высокого разрешения, показывающих данные о работе системы авто, проекционного дисплея на лобовом стекле и так далее. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.